Рассмотрим комплексы тренировочные, разогревочные, разминочные, как кому удобно будет, без взрывных усилий. С гирькой или с бином. Также можно выполнять с покрышкой. Сейчас комплекс для плечевого пояса. Полировка шлема в одну, в другую сторону. Важным элементом является, что мы делаем полностью, не над головой, а по полной амплитуде. Следующие восьмерки снизу. Важно, что предплечье двигается по вертикали, а не сбоку. После этого прямые восьмерки. Как будто наносим удар гири. После этого от плеча к плечу. Рука поднимается, выпрямляется. Можно помогать ногой. Следующий элемент – разгибание в потолок. В потолок устремление создаем. Не вперед, это важно. В потолок. После чего от груди толкаем под 45 градусов. Возможно, хваты гири за уши. Так удобно. Более тяжелый вариант – это когда держим за сам шар. И выполняем все то же самое. Точно так же мы можем выполнять этот же комплекс либо с блином, либо, если нет блина, с покрышкой. То есть в одну сторону, в другую, апперкотики, восьмерки сверху, от плеча к плечу, из-за головы и толчки 45 градусов. Вес подбираем таким образом, чтобы можно было сделать каждый элемент 12-15 раз без рывков.